оранжевого, циклопуса. Кто-то на велосипеде ездит? Нет. Круто. Кто знает, что такое каденс? Нет. Да? Отлично. В общем, ребята, в чем состоит соль? Что когда велосипедист крутит педали, да, очень важно следить за то, с какой частотой он это делает. Это влияет на нагрузку на колени и, следовательно, на их износ. Колени очень плохо восстанавливаются и практически не восстанавливаются. Это вам скажет любой травматолог. Потому за этим надо следить. Что бы, собственно, хотелось? Сделать устройство, да, такой велокомпьютер, который бы говорил людям, когда тебе нужно понизить передачу, повысить передачу, чтобы они следили за этим каденсом, научить их правильно ездить. Да? А параллельно идея еще обросла тем, что можно записывать показания с акселерометра, с GPS, с гироскопа, скорость, каденс, и это все вместе анализировать и говорить, как бы ты мог лучше проехать этот же трек. То есть таким образом обучать профессиональных велогонщиков. Не так. Каденс, частота, кручение педалей. Вот. Собственно, в команду интересно было бы дизайнера. Я просто сразу знаю, что их тут нет. Есть. О, есть? Отлично, ребята. То есть желательно хотя бы просто подойти и поконсультироваться с вами. А что это? Is this hack for good? Чем больше людей, особенно в развитых странах, слазит с автомобиля на велосипед, правильно? И желательно научить их правильно ездить, чтобы они после этого не ушли в травматологию и не делали эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов. Дави его термины. Дайте ему, он медик! Все, спасибо. Спасибо. Можете обсудить это? А вы в личном. Следующий.